Всем привет, с вами Алексей. Я буду играть в ВОС. Понятно, крыша. Почему пустые не получается? Ну это было вкусно. Я немного перемотал. Да, у меня за один день 11 левел. Да. За один день. О, это моя карта Training Outside. Джетбонус нет. Так, зайду за Т и буду с АВМки играть, потому что на Сантьярс мне неудобно играть с АВМ. И за Т. Красиво было. Так, это не рифлайн. Да, не рифлайн. Thank you.
просто повезло. Подписывайтесь на Фиксплей, это мой брат ИСК. Да, у него тоже хорошие видео по стендофу, но чаще стримы. Кстати, у нас сегодня был совместный стрим. Смотрите, мне как я снимаю видео. Помните мне? Нет? Сейчас помните. Так. Здравствуйте, я Михалый из компании Reflame. Нет, это не я. И это не я. А это уже я был. Я где-то час или два назад набивал 70 киллов и одна смерть. Капец. Вот мой кончик. Чувствительный стыкач с прицелом немножко набывает ускорение обычно. Вижу, когда не сядет. За Россию, матушку! За Россию, матушку! Не виноват, что ты залагал. Ой. Это
Це теж не я. Здравствуйте, я Михайло з компанії Рефіні. Ничего не понял. Вот как сейчас был. Вот тут. Ну, например, я был тут, а он был вот тут. Я прыгнул вот сюда, а он меня убил отсюда. Как? Сейчас доигрываем какую-то. Называется почему-то... Ой, я не Михаил. Из компании Рефлайн. Калабанго! Гон на шашах. Он же сказал, гон на шах. Ну ладно. Я застрельнул. Может, мне дадут что-то, чтобы я открыла? 8, 10. Сейчас посмотрим. Дома. Конечно же, не хватает. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал моего брата. Всем спасибо за просмотр и всем пока.